Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте. Поговорим сегодня о Ольге Быковой и почему же никто в открытую не хочет о ней ничего рассказывать. Прилетают такие комментарии, да, и под этим видео я видела, типа, почему человек сам не выставил свои голосовые, либо не снял ролик со своим участием и ничего не рассказал. Ребят, поверьте, я достаточно давно обозреваю Быкову, точно так же, как и все блогеры, да, именно обзорщики, кто давно. То есть не новички, а уже, скажем так, старички этого направления. Я вам скажу следующее. Информации каждый из нас получает регулярно и достаточно много. И даже где-то кто-то на почту пишет, кто-то в личке общается. Но вы должны понимать, не каждый человек разрешает это рассказывать. Рассказать против воли человека – это подорвать свое доверие, это подорвать свой авторитет, это понимать то, что в следующий раз тебе просто никто не доверится и ничего не скажет. Ведь возьмите, никто не идет в открытую против Быковой. Почему? Я вам объясню. Канал более 600 тысяч аудитории. С вот этими фанатиками, да, которые за нее рвут опу больше, чем за собственные семьи и за себя. Но это потому, что действительно, это неверующие люди, да, это не поклонники ее творчества как блогера, это неадекватные фанатики, которые просто разрывают всех в пух и прах. Представим на секундочку, сколько было уже подобной информации, да, и от соседа Назимы, от кого угодно, та же ее подруга Наташа, ну как это Быкова все всегда выворачивает в свою пользу. То есть она все преподносит так и выкручивается. И ей верят. Верят почему? Потому что она публичный человек, она медийная личность. А теперь скажите, пожалуйста, кому поверят, Васе соседу или Оле Быковой? Конечно же, поверят Оле Быковой. Это мы с вами поверим Васе соседу. А фанатики, которых толпа, да, поверят Оле Быковой. Теперь скажите, пожалуйста, что бы для вас изменило, если бы человек, допустим, не я пересказала, да, разговор с ней, или как другие обзорщики, какую-то информацию, которая к нам по крупицам поступает, мы ее, да, озвучиваем. И мы обозначаем, что это со слов людей. То есть мы не рассказываем, что это мы сказали или мы на 100% уверены в полученной информации. Мы объясняем, что это нам донесли, да, то есть нам сообщили. И вот теперь скажите, что бы изменилось, если бы вы увидели лицо. Вы не знаете человека, который это рассказал. И вы не знаете, был ли этот человек. Ну, то есть, объективно. Точно так же, как и голосовые. Какое бы они дали подтверждение? Никакого. И я вам объясняю, никто в открытую не выступит против Быковой. Я достаточно давно на Ютубе и получаю периодически очень много информации. Но эта информация не для разглашения. Когда мне говорят, что это не для разглашения, я вообще, в принципе, в идеале не понимаю, зачем она ко мне поступает, честно. Потому что, в принципе, мне подтверждают каждое мое слово. Всю ту картинку, которую я обрисовываю в обзорах, да, и которую я понимаю и сама. Но я вам хочу сказать следующее. Как только заходит разговор, можно ли это озвучить с ваших слов, сразу становится барьер. Сразу начинает: нет, пожалуйста, не надо. Мне с ней жить по соседству. Моя мама общается с ее мамой. Вот такие вот начинаются моменты. Вот такие вот начинаются моменты. И люди идут на попятную. Никто не хочет, чтобы его фамилию, его семью месила Быкова на просторах YouTube. Возьмите, как она замесила соседа, который реально предупредил Назиму. И теперь скажите, пожалуйста, что он сказал неправду. Да, единственное, что она заплатила Назиме и Боре деньги. Это факт. Но что он неправильно сказал? Бегите. По факту, что они сделали? Они реально от нее убежали. И то есть, в принципе, человек, да, сказал, что вы не сможете у нее работать, и по факту это и произошло. Но обратите внимание, как его замесила Быкова, и как ее вот эти фанатики, да, вот неадекватные люди, как они рвали этого соседа, сколько на него вылилось грязи. Только за то, что человек, да, предупредил, а Назима не удержала язык за зубами. И она это озвучила, сколько полилось, кто не идет в открытую на контакт. И поверьте, это уже колоссальная победа, когда люди разрешают озвучить эту информацию. А без разрешения мы не имеем права, потому что если мы как обзорщики будем поступать так же непорядочно, как и Быкова, и озвучивать, да, информацию, которую попросили не озвучивать, то чем мы будем отличаться от нее? Это действительно крупинки. Но если каждый, да, будет получать эти крупинки, будет вырисовываться картина в общем. И я понимаю, что Америку, да,
Ирина мне не открыла и никому из вас не открыла, но человек дал понять, что это невозможно физически справиться. Она говорит, да, мне не запрещалось отдыхать. То есть Быкова говорила, что вы можете отдохнуть. Она говорит, ну физически это не удавалось. То есть если выполнять все задачи, это физически невозможно. Она пару раз смогла за все время позволить уйти себе в домик на 30 минут. То есть пару раз человек это делал. Теперь вдумайтесь, если даже на детях реально сверхнагрузка лежит. Вы представляете, что получается, насколько это несовместимо? Блогерство, стримы и реальная жизнь с детьми. Я уже молчу за хозяйство. И человек это рассказал только для того, чтобы люди, да, снимали розовые очки, снимали лапшу с ушей. Что если сейчас Быкова с плюс одним ребенком не справляется, но с минус тремя взрослыми, да, на которых нужно было готовить точно так же, там убирать, стирать, ухаживать, уделять время, то она и до этого не справлялась. Она не справлялась и до этого. То есть сейчас для нее, да, ей плевать, кого брать со стороны, лишь бы хоть кто-то приехал и ей развязали руки. И я вам объясняю, что человек, который находился там, рассказал все такие вот, да, подробности, понятно, мы их знали, но она их подтвердила. Это уже обоснованные слова. И адекватные люди все прекрасно поймут, что не может Быкова играть и в маму, или вернее не играть, да, быть мамой и играть в блогера. Это невозможно. То есть если женщина не справилась, да, физически с нагрузкой все это делать, она говорит, я вечером валилась с ног, а мы видим Олю в стримах. Мы понимаем, что Оле еще нужно снять контент, то есть если бы реально это все делала Оля, вдумайтесь, снять контент, смонтировать видосик, и я повторюсь, качество видео у нее достойное. Она реально работает над контентом, то есть это трудоемко и по времени это время затратно. Это долго. То есть ей нужно прийти, это все смонтировать, ей это нужно слить в сеть, сделать превью, поставить монетизацию, теги, описание. То есть всем-всем-всем этим заняться. И при этом на ней 10 детей. И я понимаю, что не каждый из вас верит. Ребят, но другого варианта нет у нас. Никто не идет в открытую, никто не готов себя показывать. И рассказывать, что вот это я, да, и я там был, и я это видел. И я могу это подтвердить, потому что вы должны понимать, мы послушали и пошли дальше. А человека будут месить на 600-тысячном канале. Я как блогер, да, обзорщик, не могу допустить того, чтобы месили человека, который, например, мне доверился. И я понимаю всю ответственность, которую я беру на себя, если я это опубликую, например, видео с ее видеообращением. Понятно, фанатики побегут тут же к Быковой, и она начнет просто замес человека 600-тысячного канала. Кому это надо? А теперь скажите следующее. Зачем вообще человеку это надо? Зачем ему светиться на YouTube, если он не публичный? Сама Ирина сказала, что она отказалась даже от Быковой ее съемки, хотя ей предлагали, что вот... Мы будем, можем тебя снимать, мол, туда-сюда. Человек объяснил, что он не публичный, ему это не надо. Она приехала просто помочь. И я хочу сказать следующее, что если мы будем в штыки воспринимать вот каждую вот такую информацию, люди вообще замолкнут. И это, ребят, в первую очередь зависит от вас, зрителей. Потому что если вы будете в штыки воспринимать ту информацию, которую мы, обзорщики, получается у нас добыть, да, и преподнести, понятно, что это со слов людей, то тогда мы вообще ничего не будем слышать и понимать. А так хотя бы по крупицам, да, к одному обзорщику обратились, к другому, к третьему, и каждый по чуть-чуть открывает эту занавесу. И в этом видео в своем я вам хотела донести и объяснить, что невозможно быть мамой 10 детей, невозможно вести 2 канала, при этом еще, как Быкова до этого рассказывала, она еще сама справлялась с хозяйством. Это физически невозможно. Вот одна женщина, которая пыталась справиться с 10 детьми, 2 из которых взрослых, там не то, чтобы на хозяйство ее не хватило, это просто физически невозможно. А за снятие видео, стрима и тому подобное, это даже вопрос не стоит и речь не стоит. Поэтому... Вот это настоящая правда, которая есть о Быковой, потому что постоянно кто-то находится и помогает. Вот как это выглядит, ребят, именно для меня. И я прошу вас быть сдержаннее в комментариях, потому что люди, которые к нам обращаются, обзорщикам, читают и комментарии о себе. Ну вот это то, что я хотела донести. Спасибо большое за поддержку, за внимание, за то, что остаетесь с нами. Давайте поддерживать людей, которые говорят правду. Ну а на сегодня я прощаюсь со всеми, ребят. Спасибо, пока, до новых встреч, продолжение обязательно следует, увидимся.